Всем привет, ребят, с вами Flutter, и мы сегодня будем делать реакцию на Аве Буханка. Многие меня спрашивали ВКонтакте, в комментариях на Ютубе, буду ли я делать на эту реакцию. Я скажу, да, конечно, мы сейчас делаем на эту реакцию, поскольку это типа новый видосик «Черты радуги», ну, именно анимация в виде пони. Так что давайте-ка посмотрим. 3, 2, 1, поехали. Так. Которая не пыталась задеть кого-либо. Окей. Ну, я... Мне не было обидно по поводу себя. То есть... Как твой список серий? Так, пони немножко друг громче. За другом. Эти суки закрывают вкладку, когда речь толкую. Засали сразу при входе своей мамки. Ну-ка, расскажи мне, брони, что ты знаешь о Буханке. Пока я не матерюсь. Буханка вообще такой мемный персонаж, на самом деле. Пани Йоба, в список этот есть в твоих каналах. Эквестрия, да. Твой мир Селестия ждет там. Ты обнаглел, чувак, тебе я хуй. Окей. Ну, блин. Сколько вот не смотрю. А вы, Буханка. Мне вот нравится, какие именно... Рифмы подобрал чертап под эту песню. И сейчас... сейчас будет, типа, дисс на всех брони-ютуберов, скажем так. Что, кстати говоря, достаточно угарненько. Буханка ведь может послать ебануться. Вместе с Уликсом живу, ведь он меня обогатит. ДГД, конечно, знаю, тот давно уже был слит. Пиляй видосы, не запарись, Флаттер Грин летит. Да. Дише много обещает, а может и пиздит. Пока я не матерился, ты смотрел на Мастер Тайма. Да, я видел те озвучки, он отбит крайне. Диккенсон стал молча членом, не издав звука. Нахуй это аниме, снимай по ней, сука! Да... Не, ну, как я считаю, это годное, на самом деле, возвращение черты радуги на пони-тематику, поскольку я реально ждал, пока он начнет что-то пилить с понями, а не с Undertale, потому что, ну, блин, озвучки комиксов — это не тот контент, который я хотел бы сам заниматься, и не тот контент, который я хочу смотреть. Я хочу посмотреть что-то угарненькое, что-то вот типа вот такого. Так что, да, на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на «Черту радуги», подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока.